Ну, если бегать вокруг метро не хотим и отдаем предпочтение авто, то в Австрии состоялась презентация первого в мире серийного летающего автомобиля. Для взлета этой машине не нужен аэродром, подойдет обычное поле. Аппарат весом 450 килограммов на одной заправке способен преодолевать по земле и воздуху около 700 километров, потребляя при этом 7,5 литров на сотню. Заправляться, кстати, можно на обычных АЗС, максимальная скорость 200 километров в час. Ожидается, что летающий автомобиль в продажу поступит уже в 2017 году. Цена пока не называется.